Слушай, ну меня долбят. Там вот именно там есть какое-то место, которое заставляет наш FPS со 170 опускаться до 20, блин. Он такой думает, вот, какой же я крутой, у меня есть щит. А по итогу он лох. Просто лох. Ля, да мы тебя сейчас вообще отмудохаем только так. Ух, ни хрена. Поник. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в Ghost Runner 2. У нас с вами вновь играет кочевая музяка, мы нажимаем кнопочку «Играть» и, конечно же, продолжить. Эта серия у нас будет предпоследней, вроде как я посмотрел плюс-минус по хронометражу, именно что-то около часа нам осталось с тобой примерно играть. Поэтому я думаю, что финал совсем близок. Но перед тем, как мы с тобой вновь отправимся на новые приключения нашего самурая, обязательно влепи большой палец вверх, а также напиши в комментариях, как тебе игрушка, заходит, не заходит, какого ты ждешь финала, либо же просто рандомное слово для поддержки актива и развития канала. Огромное вам за это спасибо. Собственно, поехали. Меня кто-нибудь слышит? Вернуться в карму. Кира, ты меня слышишь? Это Джек, бегущая тень из восхождения. Ух, меня кто-нибудь слышит? Сомневаюсь в этом. Только ты и я. Потрясающе. Ну, что-то изменилось, да. Если раньше у нас все было в таких желтых оттенках, сейчас добавилось больше холодных цветов, все стало синим. Так что, видать, этот Раху что-то тут наваял, так называет, так скажем. Так, ну, пока что трамплинчики, мы с тобой это умеем проходить очень даже профессионально. Туда-сюда, оп-оп. Хорошо. Не забываем про наши скиллы мотоциклетные, что мы можем с помощью меча рубить, что мы можем с помощью правой кнопки мыши стрелять. Это все обязательно нужно будет использовать. Так, здесь немножечко по стене проедем, почему нет? Отлично, возвращаемся в наше привычное пространство, так скажем. И поворачиваем налево. Так, очередная сохраняшка. Ой, нормально, с разгончику на шифте, хорошо. О, Кира, Кира, Кира. Прием, Кира. Кира пытается с нами связаться, это уже хорошо, но пока что у нее не получается. Эй, будь внимателен. Ни хрена себе, какие люди. Отпрыски на байке? Знаешь что? А, плевать. Ой. Так, а их нужно завалить как-то? Нормально. До свидания, пацаны. Не такие уж они и жесткие. Ну там, понял, один стрелок. Я все еще немного в замешательстве. Бусидо больше нет? Ритуал состоялся прямо перед твоим приходом. Митра был последним недостающим звеном. Необходимый код был встроен в его память. Тихо. Тихо. Пацаны, а вас вообще мои пушки как-то заботят? Ну, сейчас было тупо, да. Я зачем-то подъехал прям под направление их выстрелов. Но фишка в том, что получается реально единственный способ — это вот сейчас отойти, подождать, потом ускориться и сделать так. Даблкил, хорошо. Едем дальше. Господи, как хорошо, что прошла сохраняшка. Сейчас после такого эпичного даблкила перепроходить все это дело вообще не было желания. Так, эти взрываем, эти дурачки. Нормально. Когда я вернусь, то не хочу снова видеть этот байк. Так этот хрен, он хороший или плохой, я так и не понял. Джек, слышь меня? Слышь. Привет, Кира, наконец-то. А я-то как рад. Что случилось? Ты цел? Где находишься? Так, провел, хорошо. Это мы помним. Позже расскажу. Джек, такое облегчение, что ты жив. У тебя что случилось? Зашибись, ребята, Джек жив. Вижу, Кира наконец-то начала делиться оборудованием. Стоп, что? Он жив? Да, жив. Иди сюда. Привет, Джек. Ребята, у нас нет на это времени. Джек, меня слышишь? Хорошо. Привет, Зои. Бляха, зачитался на текст. Привет. Рада тебя слышать, но времени на болтовню у нас нет. Так, этим взрываем. Здесь мы прыгаем. Нам очень нужен здесь. Без тебя мы не справимся. Я уже в пути. Скоро буду на месте. Отлично. Пожалуйста, поторопись. Да слушай, мчусь изо всех сил. Как бы объезжаю все пробки. Так, тихо. Мне показалось, что там красная стена. Я из-за этого подпрыгнул. Оказывается, это вот этот хрен ее заспавнил. Так, спокойно. Здорово. Так, еще дурачки. Ну, не так уж и сложно их контрить на самом-то деле. Раз. Так, все заново сейчас? Свиздец. Так, окей. Я случайно врезался в ограждение. До свидания. Давай, байтим их в одну сторону. Их может уничтожить только наша катана. Хорошо. Так я же ускорился, ну в чем проблема-то? Да ё-моё.
Короче, не держим пока что shift, чтобы в конце его заюзать. Ну, сейчас немножечко можно, конечно. Да, я успел, ты видел. Там, если ты на 2 секунды назад отмотаешь, он все-таки откинулся. Но до этого выстрел в нас, конечно, прилетел. До свидания. Так, цены, давайте, стреляйте. Хорошо. По сути, с ними можно вообще не воевать. Мы просто на трамплинчик так жестко хоп. Их ос... Слышите? Бля, ну максимально легкий момент. В чем проблема? Почему мы его уже 5 раз перепроходим? Ты меня задолбал, дружище. Вот сюда нужно. Давай, 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 давай. Ага. Все. Все. До свидания. Бля, такое слово было, я думал, не долетим. Ты что-то делал там с восхождением? Уже вернулся? Да ёб! Мне удалось временно... Нет, невозможно. А ты разве не перебрался в свои воспоминания? Я хочу услышать это от тебя. Я долетел! Ага, нормально. Они единственная причина, по которой я все еще жив. Помнишь ли ты, кто был мертв? Помнишь ли ты, кто был жив? Нет. Не, на мотике вообще прикольно гонять. Тут как... Я за взрывом не увидел эту стену, капец. Подстава. Ага. Я сейчас в столб врезался. Зоя, говорить можешь? Да ёп. А чё так поздно-то? Да, ну только быстро. Ведёшь меня в курс дела, что вообще творится? Хорошо, тихо. Хорошо. А потом начался переполох. Отпрыски столпились у главного входа, начали ломать ворота. На это у них ушла почти неделя. И что вы делали? Мы пытались подготовить оборону. Не получилось? Вообще никак. Большинство банд хотели только облапошить. Я хочу почитать лор. А остатки церковников решили, что это настоящий архитектор пришел, чтобы выпустить. А что в итоге? Хоть что-то хорошее. Где я застрял? Что происходит? Так, мне пора. Обосраться. Мы с тобой узнали что-то про архитектора, и я застрял в текстурах. Да. Не, а почему нельзя было реально вот не в такие моменты, когда ты просто слева-справа что-то появляется, должен резко поворачивать, а в, ну, не знаю, там, а в что-то нормальное. Объяснять, что вообще происходит. Это же важно, это мы практически с тобой у финала, и вот такая подстава. Ну, по мне так вообще тупо. Окей. Едем дальше. Еще главное, такие текстуры всех этих проездов. Что-то непонятно, куда дорога ведет. Так, окей. Пока что едем. Ух, нифига, прыжок веры. Отлично. Едем дальше. Ну, здесь мы с тобой уже умеем, уже профессионально так вот объезжаем. А что эти оранжевые штуки такие? Их взрывать надо, нет? Походу, нет. Ну логично, это же не, не бочки. Он здесь! Их главарь! Спокойствие! Не приближайся к нему. И как нам тогда... Это же он им управляет. Все, внимание на отпрысков. Сейчас я приеду, не ссыте. Сейчас все нормально будет. Эхе. Возьму их на себя. Что? Если они продолжат наступать, мы не продержимся. Это так, но... Ты справишься без бусидо? Справлюсь. Прикрой меня, я пошел. Его нет, но как ты узнала? Но он же успел показать, на что способен. Так, куда я иду? Несколько наших ребят напали. Мы не знаем, почему так. Думали, он будет беззащитен. А, нам наверх, наверное, да? Ну да. Я этим займусь, Джек. Поторопись, ладно? Я стараюсь. Почти на месте. Так, надо вспоминать, что вообще мы можем делать. Мы можем использовать сюрикен, тень, шквал и также поток. Отлично. Также мы можем пукаться вот к таким штукам. Да. Только обычно она вниз никак не едет. А тут хоп, и подстава. Спасибо. Так, куда нам дальше? А дальше нам сюда. Слушай, новые механики, прикольно. И чё? А куда нам? Я не понимаю. А, господи. Мы же умеем бегать по стенам, точняк. Отлично. Так, всех чуваков уже
переубивали. Нам-то особо и делать ничего не надо. Зато берем материнскую плату. Эту штукенцию снова опускаем. Своеобразный лифт. Ага. Хорошо. Хорошо. Сразу сюда. Экономим время. Ну как бы мы торопимся изо всех сил. Бегущая тень! Свали, или я убью тебя! С чего ты взял, что сможешь это сделать, человек? Так давай проверим. Ты знаешь, кто я такой? Один из Асур. БТ-шек изгоев. А кто ты такой, чтобы угрожать вестнику Асур? Так, где я? Что я делаю? Подожди. Меня зовут Андриан Вахунин. Я видел тебя прежде. Лейтенант сил безопасности Дхармы. Бусидо перезаписано, код 0, убивать на месте. Бусидо перезаписано. А, это уже было, да. Это мы уже читали. Бусидо 0, убивать на месте. Потанцуем, ключ. Так, ну, пока что вы танцуете, я хочу понять, куда мне вообще нужно. Ну, типа... сюда? А, серьезно? Серьезно? Хорошо. Нет! Успел. Нормально. Так, а тут что? А тут просто вот так? Нет. Угу. А, лол, то есть мы можем ее хукать, получается, вообще в разных направлениях. Сейчас мы это делаем так. Потом мы на нее прыгаем. Она нас везет сюда. А дальше? А дальше непонятно. Что так сложно все стало-то? Что это? Почему буква Е здесь? Я реально что-то не врубаюсь. Не, ну мы можем, конечно, как-то вот так запаркурить. Ну, типа. Но как будто так вообще не нужно было делать. О, новый предмет. Так, смотрим. Ой, какая модная и стильная катана, ты посмотри. Так, ну она, видишь, какая-то супер-пупер голографическая. Я боюсь, что у нас и так YouTube офигевает от обработки подобных штук. Поэтому лучше его сменить на, не знаю, на какую-нибудь вот такую вот. А у нас такая и была, да? Давай с такой побегаем. Во, беленькая, тоже вполне стильно. Получается, сюда мы с тобой собрались исключительно ради этого скина? А по сюжету нам куда? Тихо. А, может вниз? Нет. Это текстуры просто. Вот туда, кстати, возможно, нам нужно. А для этого мы делаем так. Потом мы делаем так. Так, тихо. Здесь ворота закрыты. Тихо, 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 тихо. А мы же оттуда и пришли вроде, нет? Во! Делаем так. Потом так. Потом так. Ага. И сохраняшка. Отлично. Мы с тобой нашли наконец-то место, куда нам нужно. Едем. Просто, знаешь, обычно как-то враги нам подсказывали, куда нам нужно и для чего. Да. Да. Благо была сохраняшка. Садимся. То есть это нужно было заранее делать, оказывается. Такие, оп. Оп. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Так, едем дальше. Окей. И, собственно, вот уже здесь виднеются зеленые ворота, которые мы сможем открыть. Да, я жду замеса. Я жду жесткого замеса. Ты идешь или как? Просто держись, уже иду. Вот так удача. Продолжаешь удивлять, номерной. Тихо. Мясо пошло. Ой-ой-ой. Победить Нагу просто невероятно. С нетерпением жду нашей встречи. А куда чувак ушел? А, вижу. Когда я покончу с тобой, хоронить будет уже нечего. Нет! Спокойно, сохраняшечка. Отлично. Так, ты давай не выпен... Ой, он с каким-то щитом, ты посмотри. А мы сзади, так хоп, и до свидания. Он этого явно не ожидал. Таким чуваку сейчас обидно. Он такой думает, вот, какой же я крутой, у меня есть щит. А по итогу он лох, просто лох. Так, тихо.
Тихо. Ага, вижу. Здорово. Отлично. Едем на... Ух, нифига себе вас тут, чуваки. Тусовочка. Так, сюрикенчиком вот туда. Нормально. 50 FPS ненормально. Да, слушай, с оптимизацией явно что-то в этой игре. Что с лагами? С оптимизацией все плохо. Ну прям вообще плохо. А где мой FPS, алло? 18? Вы что, рофлите? Алло, игра, ты чё? Ты чё, угораешь? Игра, ты так не угорай, ты больше так не делай. Тихо. Тихо. Что происходит? Сейчас было чересчур много экшена, мне кажется. Ты чё уворачиваешься-то? Охренел, что ли? Раз, два. Так, ну бомжей уничтожать вообще с кайфом. Ну, в смысле, вот этих вот дурачков. А то еще не так поймете. Так, тихо. Да нет! Слушай, я не понимаю, откуда лучше всего к ним лететь? Наверное, все-таки отсюда. А, ты еще не умер? Серьезно? Так, тихо. Слушай, ну меня долбят. Там вот именно там есть какое-то место, которое заставляет наш FPS со 170 опускаться до 20, блин. Как такое возможно вообще? И как мне с ними сражаться, если у меня FPS-а критически мало? Так, ну и чё? Хорошо, один бежит, дурачок. Хорошо. Так, один типа заблочился. Ну вот что это? Что за говно-то? Не, я так не смогу этот момент пройти. Что с FPS-ом, алло? Спасибо. Этот чел? Из-за этого чела просто проседает нереально FPS. Я не знаю, что это за говно. Но это, блин, еще не все. А когда будет все? Остался кто-то еще здесь? Вот сейчас пипец опасно на самом-то деле. Тихо. Так, что-то слышу. А что скорняшки-то нет? Потому что вот там дурачок. Гигантский причем дурачок. Ух, слушай, ну сейчас напряженочка, поехали. Тихо. 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 Где он? Так, я его слышу. Я его слышу. Хорошо. Бакунин! Бакунин, ответь! Мне это вообще не нравится. А мне не нравилось, когда там у меня внезапно FPS до 20 просел. Что за дичь? Так, ладно. Вот сейчас было бы обидно, если бы реально последний враг нас как-то ваншотнул рандомно. Это прям тильт. Так, окей, и вновь мы с тобой с помощью этих... А, нет, не то. Это просто лифт. Я думал, это терминал, с помощью которого мы с тобой подключаемся там каким-то этим... каким-то системам, и вот уже по всей этой нереальной вселенной начинаем все дело проходить. Слушай, ну, конечно, полиглот звездец. О! Наконец-то! Я уже думал, ты не появишься. А надо спасать! Катись к черту, я совсем справлюсь. Стой, где Митра? Фига, смерть с косой пришла! Так вот, как ты здесь оказался. Отвечай. Предательство брата — это трагедия. Но предательство обоих... Ля, я надеюсь, он на привычку пойдет. Настоящий траур. Ну и сейчас он гигантского босса соберется, и мы с ним будем сражаться, да? Походу. Ну, естественно, трехголовый крокозябр. Здорово. Вот, казалось бы, если он постоянно может так делать, что ему мешало вот именно в таком виде со всеми воевать? Охренеть. Помолись, номерной. Ля, да мы тебя сейчас вообще отмудохаем только так. Ух, ни хрена. А все.
А все. Так, тихо. И что мне с этим делать? И что мне с этим делать? Разделитель. А, у него типа три отдельных головы? Ага. Я пока что вообще тактику не понял. Я пока что вообще... Так, подожди. Давай использовать, наверное, шквал. А шквал не работает против него. Ты лишь ходящий кусок металлолома. Да, это какая-то даже отсылка к... Это мы его так откинули, или он сам отпрыгнул? Давай, сразись со мной. А так я не допрыгиваю, зачем мне вообще делать эти бусты? Нет, это не мы его откидываем, я уже подумал. Изи. Так, ну, допустим. Слушай, я надеюсь, что какие-то сохраняшки будут. Я пока что тактику даже не придумал. Я не придумал тактику. И у меня шквала здесь нет. Смотри, если поставить тень... А я не могу ставить тень. Не, ну по сути весь бой заключается в том, что мы его жестко просто парируем. И потом от него валим. Так, сюрикенчик поставим. Не волнуйся, мы его просто не дадут твоему телу пропасть. Ага. Тихо. Бля, не звездануться бы мне! Охренеть, он спамит. Охренеть, он спамит. Ну это жесть. Сохраняшка будет какая-то? Не будет сохраняшки? Вы чё, рофлите? А как его проходить-то? У него такие атаки и один ваншот по мне, неважно с чего, с катаны, с его вот этого выстрела обосранного. Это все, это ГГ. Охренеть. Охренеть. Так у меня ни пистолета, ничего, вы угораете? Пока что это выглядит вообще нереально. Прям от слова совсем. Да-да-да, ходящий кусок металла, я понял. А как его проходить-то, алло? Сейчас начнутся пулеметы его. Пляски с бубном! Валим. Я поехал. И мы с тобой уничтожили очень и очень мало. Но так как мы с тобой реально начинаем уже и синюю штуку уничтожать, у меня есть подозрение, что, скорее всего, здесь никаких сохраняшек не будет. Это все нужно просто проходить, блин, на одном дыхании. Что, как ты понимаешь, просто обосраться, как сложно. Жесть. Жесть! И все заново, чуваки, все заново. Бля, короче, реально, давай, я сейчас еще раз пять все это дело пробую пройти. Просто я говорю, если был бы какой-нибудь лайфхак, там его в баг запихнуть или что-то, я еще понимаю. Он меня начал просто выкидывать с карты. Ой-ой-ой-ой-ой, звездец. Ну и че? Сохраняшка! Сохраняшка, серьезно! Разделитель, а кого придал? Сохраняшка, господи, спасибо огромное! Создателя, который оставил меня. Ой, звездец, я думал, уж без сохраняшки будем. Я не выступаю против тебя, брат. Ты все еще можешь положить конец этой борьбе. Чё это говно? Он лечится так? А куда я? И он не уйдет отсюда живым. После того, что сделал с моими детьми. Так, мы это должны ломать или что? Так он лечится. Прикольно. Так, и вот мы типа должны валить, быстро валить. Валим, 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 валим. Валим. Валим вот к этой... Ага, так, появились щиты типа, да? Первый щит. А вот там щита нет. Соответственно, что, мы этих зомбаков убиваем. Никчемных, ненужных. Твое тело тюрьма, и у меня есть ключ. Еще одна сохраняшка. Балдеж. Все, ладно, игра, спасибо, вопросов нет. Сохраняшками еще хоть как-то можно. Звездец, без сохраняшки я бы реально отменился.
Тихо. Ну вот это говно я уже научился дожить в целом. Так, где он? Тихо. Еще одна сохраняшка. Спасибо, я прошел через бескрайнюю хрень. Прошел через темные лабиринты, прошел через... Взобрался на все шпили, нависшие над разрушающимся городом людей. Так, пацаны, мне вообще сейчас не до чтения, серьезно. Ля, ну меня уже обычные бомжи фигачат, это что за дичь? Тихо, тихо. Угу. Так, это мы уничтожили. Получается, летим на другой конец. Так, вот здесь уже сюрикены, кстати, можно юзать. Тихо. Тихо. Мансим. Ой, а вот сейчас сложно будет. А вот сейчас будет сложно. Ёб твою мать. Это тоже без сохраняшек? Понимаю. О, а мы на опережение. Смотри, они еще не заспавнились, а мы их уже уничтожили. Вообще нормально. Так, сейчас надо ехать. Сейчас надо ехать вот к этому говну. Здорово, пацаны. Тихо. Тихо, 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 тихо. Да он-то откуда там взялся? Так, смотри, раз. Два. Все, здесь уже хотя бы тактика понятна. Они появляются. Раз. Два. Тихо, тихо, тихо. А щит-то что такой долгий? Зомби, отлично. Минус один. Минус один. Так, следующее у нас там, хорошо. Раз. Два. Рис. Так, мне ломают очень быстро щит. Что за дичь? Бля, охренеть, босс. Охренеть, я реально просто боюсь представить, что будет с последним боссом. Это же вообще звездец. Причем лютый звездец. Да серьезно. Может, я должен... А, ну, кстати, я могу использовать в целом шквал, но как будто сюрикены это более классная вещь. Так, минус один, хорошо. У меня очень быстро просто щит пробивается. Прям очень быстро. Не, в целом я могу использовать шквал. Давай, наверное, так и сделаем. Во, нормально, нормально. Нормально, остался бомж. Нормально. Сохраняшку можно? Нет. Сохраняшки нет. Я бегу. Обосра... Нет, сохраняшка все-таки была? Была сохраняшка. Спасибо. Спасибо, да, сохраняшка была, отлично. Он, правда, хиляется? Ой-ой-ой-ой-ой. Что за мясо, что за мясо, что за мясо? Так, ну, хорошо, я уже что-то, мне кажется, начал как-то не по тактике действовать. Тихо. Отходим! Я даже не успеваю за ним! Потанцуем, дружище! Он начал как-то жестко спамить. Нет! Ля, вот это что-то снова сложное началось. Что-то сложное началось, подожди. Так, в смысле я не попал? Он подходит! Он подходит ко мне и только потом ускоряется, я не успеваю от него. Нужно держать дистанцию. Ну, типа, по-любому нужно держать дистанцию. Тихо. Тихо, 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 тихо. Чё он вот с этим говном своим пляшет? Это невозможно. Я сейчас просто себе все нервы просу на этом дерьмище. Но это уже дело принципа, да? Это дело принципа. Но, я говорю, мне такое не нравится. Это очень сильно повлияет на мое мнение о самой игре. Очень сильно. Типа, если раньше я такой, ну, там небольшие лаги, небольшие фризы. Вот этот вот трайхард обосранный.
Это жопа. Тихо. А давай мы немножко отойдем. Нет спасения для твоей сломленной души. А, и снова началась вот эта тема. Ну, кстати, возможно, и хорошо, что она начала... Я не был на кругу, Алёша. Слушай, а спам как будто очень даже неплохой. Сейчас вообще идеально было. Чё, сохраняшка сейчас была? Сохраняшка сейчас была, мы с тобой просто за секунду все это говно прошли. Ля, мы с тобой вообще красотки и красавчики. Тихо. Так, ломаем. Ты освободил это чудовище, до сих пор не можешь признать свою ошибку. Да, именно так. А, это звездец. Это звездец. Тихо. Дай! Да. Да. Раз, два, три. Чисто капусту порубили. Нормально. Так, куда нам лететь? Наверное, сюда. Это в целом логичнее. Просто главное уничтожать в начале стрелков. Тихо. Тихо. Нормально. Отойдем. Не будем торопиться. Зарегенимся. Нормально. Бля, здесь тоже это все без сохраняшек, охренеть. А это я не сломал? Че я не сломал? Так, осталось две. Ну это жесть. Это жесть, дорогие друзья. Ой, сейчас они начнут по мне жестко спамить. Я просто думаю, откуда мне лучше подойти. Наверное, отсюда. Первый же выстрел этого говна прилетает просто в меня. Это обосраться. Короче, нужно вот после этих сразу к тем лететь. Я понял прикол. Потому что вот этот реально робот, он самый сложный. Раз. Дальше мы с тобой делаем раз, два. А чё я опять к этим-то полетел, блин? Не, ну в целом, на дурачка. Можно и проскочить. А, я, кстати, сейчас придумал, подожди. А я могу сейчас жахнуть сюрикеном? Раз. Два. О, а это тактика. А это тактика. Я сейчас просто сюрикен буду ждать регена. Это будет долго, но... Извините меня, я не хочу рисковать. Все. И остался один дурачок. Самый опасный дурачок остался. Очень жалко, что у меня отобрали шквал. Очень жалко. Не шквал, а вот эту вот мою суперспособность. Ну, сейчас мы по нему жахнем. Тихо. Ждем реген сюрикена. Я думаю, что я попаду по нему. В целом. Сейчас чуть поближе подойдем. Если что, сразу жмем к трил. Бля, какой же босс напряжный, охренеть. И что самое интересное, вот он снова восполнил свои вот эти хилки. Что это значит? Это значит, что бой бесконечный? Надеюсь, что нет. Так, ну окей. Ты все разрушаешь! Аватар, сделай что-нибудь! Ух ты ё! Ух ты ё! Так, ладно, нормально. Это мы с тобой умеем. Это мы с тобой умеем, без проблем. Ух ты ж, ё-моё, какой напряг! Ты даже не представляешь. Сидеть и смотреть, это, конечно, проще. Бусидони, бусидо, блин, спамим, жестко спамим. Все, спасибо. Осталась последняя фаза. Спасибо. Все, чел, тебе звезда. Тебе реальная звезда. Тебе звезда, чел. Иначе не скажешь, тебе просто обычная, даже не обычная, а звездец, какая звезда тебе. Осталось совсем чуть-чуть. Пиксель, я просто хочу его жестко заспамить и все. Вот, кстати, сейчас плохо получилось. До этого попыточка была лучше. Ну все, он уже понял, что он проиграл.
Не знаю, в интернете какую-то дичь по поводу этого боя писали. Что типа... Сейчас плохо было изначально. Нужно вот, вот так его хоп и сразу начать спамить. Просто по кругу, 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 по кругу. До свидания! Сюда! Пустая трата! Лошара! Ой, с тобой все. Господи, со мной, мне кажется, тоже уже все. Нет, пока я не решу. И все, его это обосранный меч, мы наши катаны просто взяли, перерубили, и ему сейчас в бошку так. Ну, естественно. Минус 3. Юху. Ой, блин. Ну, ладно, хорошо, окей. Это сложно, но возможно. Как бесполезно, прости. Спасибо за... Хватит, идем. Пляска смерти, обосраться, реально. Так поплясали, что просто жесть. Хотя, с другой стороны, ну, типа, по факту, смотри, мы с тобой потратили всего 30 минут на этот уровень. Но по ощущениям, когда мы с тобой только начинали разгоняться, когда я только впервые увидел этого босса и начал понимать, что он меня ваншотит просто первым же своим каким-то движением, я реально подумал, что, ну, это невозможно. Что такой жесткий и сложный босс, так еще и как будто бы мне казалось, что нет сохраняшек, и я должен все эти три полоски уничтожить буквально за одну попытку, это, конечно, жесть. Но, тем не менее, мы с вами это прошли. Я очень надеюсь, что босс в финале, а уже в следующей серии как раз-таки будет, ну, возможно, тоже жестким, но главное, чтобы он был проходимым, потому что последний шаг осталось сделать для того, чтобы узнать, чем же вся эта история закончится. Поэтому я думаю, что следующий ролик будет очень даже интересным. Но если вам понравилось данное видео, если вам понравилось, как я рвал свою жопу, если вам понравился мой трайхард, мой бомбеж, мои эмоции, обязательно влепите большой палец вверх этой серии, а также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов, и также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на телеграм-канал. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.